Алексей Воробьев и плагиат. Что общего между этими понятиями? И как арабская певица могла подумать, что, позаимствовав ролик, у которого 189 миллионов просмотров в YouTube, она останется незамеченной? Совпадает все от идеи клипа «Самая красивая» до реализации. Сюжет, последовательность и даже образы главных героев. Отличие есть, поет не Алексей, а девушка. И это мы еще не знаем текст перевода, но надеемся, что где-нибудь в титрах имя Алексея Воробьева все-таки будет указано.